Доброе утро! У нас сегодня прекрасный, солнечный, теплый день, и мы с мужем в кои-то веки решили сходить с нашей собакой погулять в парк. Я не знаю, почему мы так ни разу не делали. Единственный раз мы там были всем составом в тот момент, когда мы переехали в Грузию и так ходили, гуляли. Хотелось на все посмотреть, изучить. А мы как раз живем рядом с Ваки-парком. Это мой любимый парк в Грузии. Он просторный, красивый, там хорошо расположен, понятное дело. И мне кажется, наша собака уже немного дичает, потому что многие разъехались, наши собачьи друзья, ей особо не с кем побегать, понюхаться, и, в общем, пойдем с ней в парк. Очень надеюсь, что она себя будет вести приличнее. В этот момент она побежала опять набрасываться на дверь, потому что пришел соседский кот. Ну что, у нас сегодня суббота, и вы не поверите, но мы снова собрались кататься на лошадях. В прошлый раз не всем удалось, просто мы бронировали за день, и поэтому многие тренера были заняты, и в этот раз нам должно повезти. Так как я очень люблю лошадей, для меня это просто как праздник, как лучший день в году, я готова хоть каждый день кататься. Но я лошадей правда обожаю, это лучшие животные. У нас недалеко от дачи был конный клуб, в котором я как раз занималась, и я настолько любила абсолютно все, что связано с этими животными, что проводила, грубо говоря, весь день, выводила их попастись, мыла полностью, вычесывала, мыла копыта, заплетала им там всякие косички. Тренировали мы тоже там лошадей на корде, ну как этим всем занималась тренер, а я как бы слушала, наблюдала. Доброе утро, дубль 2. Я не успеваю ничего снимать нормально. У нас выдались очень приятные выходные, потому что есть какая-то активность, а не просто там наслаждаемся покоем. Вчера очень классно покатали. Я вообще занималась, можно сказать, в открытом поле. В поле бегала галопом, это было очень классно. В общем, мне кажется, я готова уже каждые выходные туда ездить, потому что меня это прям очень заряжает, наполняет. И сегодня мы собрались в ботанический сад, как ни странно, но я там ни разу не была, и при этом все говорят, что это очень классное место. Плюс сейчас весна, тут все цветет, очень много повсюду таких красивых цветов уже раскрылось. Поэтому вот такая у нас классная культурная программа. Не помню, я сказала, но у нас плюс 30, я даже в платье иду, просто красота. Кстати, тут уже настолько сильное солнце, хотя вроде бы середина апреля, что у меня вот так вот по майку, мне кажется, видно немного, загорели руки. Минусы моих корней, что я смуглая, и правда, мне кажется, пока я не полежу на солнце и не позагораю, мне нельзя ходить в какой-то открытой одежде, потому что потом это все выглядит очень странно. Кстати, когда я училась в школе, у меня еще подружка была, она тоже очень смугленькая, и когда мы после уроков шли, у нас очень быстро загорали лица, они становились прям такого черного цвета, и все остальное при этом было белое.
Доброе утро. Пока у меня тут немного подсыхает голова, я подумала, как раз поделюсь с вами какими-то апдейтами, что сначала о наболевшем. Я не знаю, что происходит, что случилось, но к нам стабильно приходят кошки. Я правда не знаю, и, по-моему, мы в доме такие единственные. Я показывала в каком-то из влогов, что у нас как раз в спальне окно, и сюда стали приходить кошки, то есть они переползают через гору, здесь как-то пробираются и скребутся ко мне в окно. Я вообще, если честно, в легком шоке. Одно дело, когда там, допустим, раз они попробовали пробраться, там кошка спала у нас тут в шкафу, но к нам стабильно ломятся кошки, причем они приходят какими-то группировками, постоянно своими коготочками стучатся. Это очень странно, и они не единственные такие, потому что к нам постоянно приходит соседский кот Тигр, тоже он неоднократно фигурировал в моих видео, но это тоже ладно, он как бы наш сосед, это более логично, он просто переползает через балкон, и, видимо, ему здесь как-то спокойно и уединенно. Но не так давно был случай. Тоже снимала как-то этих кошек соседские, они живут над нами. И, в общем, видимо, ребята там как-то не до конца закрыли дверь, и у них кошка вышла из квартиры. И как вы думаете, куда она пошла? То есть она спустилась напролет ниже, и из всех квартир, которые находятся с нами на этаже, она скреблась именно к нам в дверь. Причем она скреблась очень долго. Я сначала не понимала, что это такое. Приоткрываю, вижу там кошка. Мне надо было с собакой гулять, я ее там как-то чуть подвинула. Я думала, это вообще бродячая сначала забежала. Оказалось, нет, это домашняя. Я с собакой там гуляла довольно продолжительное время, возвращаюсь, а эта кошка все еще сидит под нашей дверью и скребется. Ее потом забрали, но у меня такое ощущение, что открыла какой-то кошачий портал случайно и не знаю об этом. Как-то так. В принципе, мне, наверное, не жалко, если они здесь обустроятся, но все равно как-то... В прошлый раз, когда она у нас спала в шкафу, я там много вещей перестирала, поменяла постельное белье, и вот этим дополнительно я точно не хочу заниматься. Что еще у нас из нового? Выходные классные, лошади опять, потом мы ездили. Кстати, я первый раз была в ботаническом саду, не знаю, почему я как-то... проходила мимо него, если так можно выразиться. Но он прям огромный. Мы гуляли там 2 часа, обошли, наверное, 1/10 всего, что там есть. Плюс классно, что мы туда пришли весной. Все цветет очень красиво. Мы еще были прям на самом открытии, поэтому людей практически не было. Этот водопад тоже, птички поют, очень вкусно пахнет. В общем, для выходных это было идеальное решение сходить в какое-то подобное место. И сегодня мы идем в театр, поэтому будет такой, наверное, мини-get ready with me. Я думаю, спектакль должен быть очень классный. Это «Эйнштейн и Маргарита». Там участвуют Ксения Рапопорт, Алексей Серебряков, поэтому... Короче, я сейчас пойду поработаю, пообедаю и потом начну собираться. Если что, не обращайте внимания на беспорядок сзади меня. Сейчас просто только что выходила гулять с собакой, и мне уже пора собираться. И что-то я поняла, что там не так уж и жарко, как я думала сегодня. Такие облачка появились, ветерок, а я собиралась пойти... платье. Потом я думала, может быть, надеть юбку и футболку сверху, чтобы было наверняка прям супер комфортно. Короче, главный вариант был это вот это зеленое болотное платье из Зары. Длинное, но классное, мне нравится материал. Сверху как раз я думала надеть футболку. Мне очень нравится такой вариант всегда. Платье, футболка. И еще я думала между вот этой вот юбкой, тоже длинной. Она точно фигурировала в каком-то влоге, но она выпадает, потому что под нее нужна такая классная черная плотная футболка, а у меня нет плотных черных футболок. Надо будет купить. Я, наверное, пойду, как всегда, в лосинах. Это мой беспроигрышный, самый удобный вариант. И зато идеальная погода для моего пальто. Это условное пальто, там материал, мне кажется, менее плотный, чем у моей рубашки новой. Все как всегда, ничего не меняется. Короче, сейчас я что-нибудь придумаю. Так, ну что, я тут собралась краситься. У меня, как всегда, все без экспериментов. Только единственное, это я не хочу наносить никакие тени. Но хочу попробовать нанести базу, потому что у меня стрелки, они всегда куда-то уезжают. Под конец дня, и
В общем, это будет эксперимент, я проверю, может ли это как-то помочь. Надо будет выйти потом на какой-то более яркий свет, чтобы понять, насколько видна разница. Короче, я подумала, что пойду в своем любимом полуспортивном стиле. Все равно спектакль закончится, наверное, часов в 9 вечера. Будет холодно, там сидеть часа два. И лучше надеть то, в чем удобно. Поэтому я, как всегда, выберу одежду в пользу того, что удобно, чем то, что будет, наверное, как-то красиво. В первую очередь я накрашу губы. И, кстати, заодно сразу покажу, потому что почти под каждым видео появляются вопросы по поводу того, что у меня на губах. И я сейчас использую 3 продукта. В принципе, они и были последние месяцы неизменными. Во-первых, сначала я делаю контур при помощи карандаша MAC в оттенке Stone. Он мне очень нравится. Мне нравится этот цвет, но, наверное, на любителя. Потом я беру мне миниатюра от Charlotte Tilbury Pillow Talk. Мне очень понравилась эта помада, правда, очень красивый цвет. Не знаю, он такой какой-то правильно персиковый. И потом мне нравится в серединку немного высветлить губы помады от MAC. Называется Move. И как-то так это выглядит, мне очень нравится комбинация всех этих цветов. И если вы вдруг хотите от меня искренний отзыв, какая помада лучше, я точно скажу, что от Charlotte Tilbury, потому что она увлажняет их, наоборот, сглаживает какие-то несовершенства. Короче, очень хорошая помада, а у MAC, если у вас там есть какие-то трещинки, какая-то сухость, то она это все обязательно подчеркнет. И еще иногда помада скатывается такой как бы белесой линией. Я думаю, вы понимаете, о чем я, наверное, сталкивалась с этим, если регулярно носите помады, поэтому с ней нужно быть аккуратней. И если я использовала только ее одну, то сначала всегда наносила какую-то гигиеничку, была уверена в том, что все нормально, и наносила ее прям совсем немного, чтобы у нее не было возможности скатиться куда-то. Кстати, я тут подумала спустя не знаю сколько лет, что я хочу попробовать купить себе какой-нибудь водостойкий айлайнер. Последний раз он у меня был, наверное, в школе, то есть очень много лет назад. Поэтому если вы могли бы порекомендовать какой-то классный водостойкий айлайнер, то буду очень благодарна. Это был весь мой макияж. Вообще, сейчас немного подзагорела, поэтому тон наносить никакой точно не хочется. Румяна, они тоже как будто тут скорее будут перегружать всю эту историю. Поэтому я просто накрасила губы. Я это очень люблю, делаю это практически каждый день. Стрелки и тушь. И красота, и умываться. Потом как будто даже быстрее. И глаза как будто можно почесать чуть-чуть.
Доброе утро. Да что, простите за мой внешний вид. Я недавно проснулась, гуляю с собакой. В общем, очень классно. Мы вчера сходили, мне очень понравилось. Людей, кстати, было тоже очень много там. Так все время прям держала в напряжении. Единственное, нам не очень повезло, потому что как только закончился спектакль, там начались демонстрации в центре. Из-за этого было сложно заказать такси, плюс центральная улица перекрыта, поэтому сложно доехать до дома. Но повезло, довольно быстро справились с этим непростым вопросом.